Понятное дело, что тяжеловато в каком-либо темпе более-менее быстром играть. Подача в штрафную Евпатории. Головой здесь пробить не получилось. У Извекова тоже. Но заброс в штрафную. Выходит голкипер. Забирает. Закаев. Рядом есть совершенно один здесь Кумаритов стоял. Но передача пошла на Жигулина. Жигулин бьет. Ну ладно, в любом случае момент этот уже заигран. Максимов. Попытка дальнего удара. Сиденко смещается в центр. 19 номер. Передача низом доходит до Нуридинова. Нуридинов не получается пробить Ушакова. Могут друг другу подпортить жизнь. Здесь желтая карточка. Ну, вообще, в принципе, наверное, Жигулин будет исполнять. И он чаще всего именно это делает. Нет, разыгрываю здесь. Плиев, удар, и Манякин на месте. Еще показ. Максимов. Оказывается, на газоне. Ну и здесь уже стандарт для Евпатории. Чуть больше 179. Ну, плюс-минус там 4 сантиметра разница. Достаточно существенная может оказаться. Подача. Нуридинов на подборе. Пробить. Рядом есть Кумаритов. Кумаритов передачу получает. И попытка дальнего удара. После рикошета мяч оказывается в руках Кумаритов. Попытался сам пройти. Нарушение правил. Посмотрим. Два человека у мяча. Зинченко и Жигулин. Зинченко разбег и удар в стенку. О, заброс вперед. Семенов. Хомич. Сиденко разворачивается. Штрафную на Хомича. И Хомич. Семенов. Подача в штрафную. Мяч доходит до Хомича. И до удара дело все-таки не дошло. Теряет мяч 19 номер. Хотя тут же Евпаторийцы его и вернули. Погорельцев. Хомич. Подача в штрафную. На опережение играл Максимов. Но пробить все-таки не получилось. Никто не встречает здесь капитана Евпаторийцев. Спокойно он прицелился, сделал точную передачу на Ситникова. Здесь в штрафную подача на Хомич. Нуридинов. Брос неплохой в штрафную на Ситникова. Ситников оказался на газоне, но нарушение здесь зафиксировано не было. Максимов. Семенов. Еще одна подача. И Ситников все-таки... Спасаются здесь гости. Продолжается еще атака Евпатории. Семенов. Еще одна подача. И снова ошибается голкипер Хомич. Нуридинов. Подтолкнул здесь его оппонент. И подача от Семенова. Выбивает кулаками голкипер, ну и плюс ко всему положение вне игры. Нуридинов. Не получилось здесь обойти оппонентов. Можно было бы попробовать Керчи выйти в контратаку, но почему-то Лебедь долго так пытался сообразить, что же ему с мячом сделать. Евпаторийцы снова в атаке. Нуридинов, подача в штрафную и мяч в сетке ворот. Автогол это был. Хотя поздравляют все Максимова. Не знаю, наверное, будет записан мяч именно на него. Очень долго евпаторийцы шли к тому, чтобы забить. Нуридинов уже в ближайшее время. Ну, посмотрим. Пока евпаторийцы снова идут в атаку. Сиденко. Передача на Нуридинова. Нуридинов. Кумаритов. Можно и пробить отсюда. Так и делает восьмой номер. Ну... Еще одна подача в штрафную. Лебедь. Не очень удачно. Мяча. У евпаторийцев есть возможность для того, чтобы быструю атаку свою развить. Анафриенко. Передача на Максимова. Максимов. Прострел. Океана. А продолжит атака. Контратака Евпатории. Максимов. Ситников. Совершенно один Автаев. Передача немного сильная получилась. Конечно, тяжело. Вперед. Мяч в поле остается. Максимов в скорости у своего оппонента выигрывает. И... Заходит в штрафную, спасает здесь голкипер свою команду, выходит за пределы поля. Финальный свисток.
Поздравляю евпаторийцев. Абсолютно неважно, как сыграла Таврия. Евпатория и в своем матче выиграла, сделала все возможное, что зависело именно от евпаторийцев. Вместе с вами футбол смотрел Эдуард Березин. До свидания, до новых встреч.